дорогие наши друзья, а также просто зрители нашего канала. Сегодня мы спешим, к сожалению, поделиться с вами печальным известием, которое пришло к нам буквально полчаса назад. Наш источник из шоу-бизнеса сообщил нам, что сегодня в экстренном порядке были отменены съемки шоу «Пусть говорят», ведущим которого является Андрей Малахов. Съемки отменили из-за того, что Андрею Малахову стало плохо прямо перед началом эфира. Он потерял сознание, на благо скорая помощь находилась рядом. Врачи, прибывшие на место, в скором порядке приняли решение о госпитализации ведущего. На данный момент он находится в одной из больниц. Что с ним, мы пока не знаем. Друзья, давайте поддержим Андрея Малахова. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо, и он вновь скоро вернется на свое шоу. Давайте поддержим его, пусть у него все будет хорошо. А вы не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить свежие выпуски, которые выходят у нас каждый день. До скорой встречи, друзья, в наших новых видео.